Доброе утро! День, вечер, ночь, обед, полдник или что там у вас сейчас происходит. Канал Дневник Милы Фрино, скоро будет семья Милы Фрино, потому что мы переезжаем на другой канал, но вот этот. Сегодня пятница, у меня выходной, и сегодня у меня была ночь просто неимоверных каких-то снов. Даже не в плане его какой-то значимости сна, а именно цвета. Какие там были цвета, я жила в таком красивом мире эту ночь. Все дело в том, что я рассматривала около 3 дней уже различные пресеты для Lightroom, и там были такие цвета шикарные, и в общем сегодня мне снились сны в цвете фламинго. Я, получается, разглядывала вот такие вот всякие пресеты, и вот мне больше всего нравится вот такой Дубай, который называется. Но сны мне сегодня снились вот такого цвета. Розовые фламинго. Та-та-та-та-та. Прям все вот такое было. Так было прикольно. Бедный Жужук сегодня проснулся с утра и не постеснялся, позвонил в сервис. У нас есть бесплатный сервис здесь для людей, которые бросают курить. Ну, там информацию всякую дают. Правда, он уже, получается, вчера был месяц, как он не курил, но ему до сих пор очень-очень тяжело это дается. И он прям позвонил в эту службу и сказал: ну что ж такое-то, помогите, пожалуйста. И они ему сказали, дело в том, что он же курильщик со стажем, во-первых, во-вторых, очень много курил. И надо было ему 2 патча клеить, получается, по 21 миллиграмму. А он клеил один единственный, поэтому ему так тяжело. Ну, сейчас ему сказали: клей один плюс половинку. Вот он попробует вот так, а потом эту половинку убрать, потом там разрезать патч на 2, там, ну, в общем, идти по тому же пути, что когда-то и я прошла. Когда? 3 года назад я бросила курить, но он, у него еще сильнее зависимость, чем у меня. Пойдем делать шашлычок, а я пока сделаю салат из всего, что нашла. Вот всего намешала. Здесь у меня и помидоры, и апельсины, и яблоко, и лук, и огурец, маслины, цикорий. Сейчас еще совсем немножко, знаете, чего сделаю? А вот чего. Натру немного туда имбиря. У меня еще терочка вот такая вот есть, совсем малюсенькая. Смотрите, в ладошку помещается. Соседка когда-то подарила. Ну так, как раз очень освежающий фруктово-овощной салат. Сейчас еще соусом заправлю его. И можно будет употреблять с утиной грудкой. Вы смотрите и думаете: зелени, зелени не хватает. Правильно, у меня есть петрушка. И чуть-чуть поперчить его. И потом соус. Вот. Можно еще немножко оливкового масла. Оп. Вот теперь салат готов. Алло. Ты путил. Шорт. Шорт. Ой, шорт. Тя. Ah, non, il y a pas de Covid, j'ai regardé. Maman, c'est le même que le mien, mais en... Voilà, mais très bleu. Alors, ça aussi. Bon, я просто купила кое-что для Тео. Ленка игрушки себе заказала. О, elle est trop belle. Merci, maman. Одень. Только надо ее. О, ты бо! Вау! И еще что-то. Я. Что и я? А ты заслужила и я? C'est demain. Essaye de le mettre. Покажись. Вау! Я же это что? А это ты видела кулер? Да, они очень красивые. И в плюс, мы говорили, что не будет солнца. Это очень хорошо. Ты видела? На, Лена, тебе очки розовые. Тебе только очки. Ему одежду и очки, а тебе только очки, потому что ты игрушки заказала. Тебе игрушки придут. На.
Одевай. О, какие. Папа. Одевай. Давай. Одевай, одевай. Самое главное, стекло не трогай. Одевай. Merci, maman. Je t'en prie. Tu sais pas mettre les lunettes ou quoi? Ouais, montre-moi qu'est-ce que ça donne. Wow. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. Тиш-таш-тан-та-там. Смотрите, какие фотки мы с Ленкой сделали. Я их еще обработаю сейчас в том самом фламинго, который мне снился. Выставлю на ее инстаграм, на Ленке. Смотрите, какая лялька. А ему я куплю, получается, такой голубой пресет. И мы будем делать всякие фотки в голубом цвете для него. Ёха, не пугай. А, Исузи, да, у них уроки, просто я тут со своим Йоханым бабаем. Сегодня она изучает Австралию с папой. Ты нашла страну в Чили или нет? Это какой страны? Ты еще забыла? Нет. Она обзвала. Ты можешь читать, если ты забыла. Австралия, браво! Ты помнишь, в какой ville живет этот опера? Я был в Сидней. Сидней, ты знаешь la ville de Sydney? Нет. Прощаюсь, короче, с этой машиной, потому что... Или на балкон я выставлю, на всякий случай, потому что что-то плохой кофе делает. Изжило себя, изжила. Прощаюсь. А на ее место приходит... Вот такая вот машинка. Нам ее подарили, но она не стоила ни одного рубля. Потому что, на самом деле, не подарили, а отдали, потому что в офис пришло больше, чем нужно. Машинок этих. Нескрессы, Дольче Густа отправляют часто их бесплатно в компании, поэтому вот. Поэтому меняем на эту машину. Она намного больше, эта машина, чем та, что была, прям в разы больше. Вау, инопланетянская какая-то. А, это удобнее, эту просто крышку поднял, получается, и воды налил. А, в той надо было доставать эту штуку, чтобы воды налить. Ну да, здесь резервуар намного больше, конечно. Аллилуйя! Но она немножко тише, конечно, чем та, но тоже гремит. И то же самое неудобство, что обычно у машины вот здесь можно прям выставить, сколько ты хочешь кофе, там один бар, два, три, четыре или пять. А здесь надо стоять и ждать, пока нальется. Сейчас смотрю новости, мэр города Канна выступал и сказал, что пока еще пляжи не откроются. Не только платные, я говорю, да, а просто на пляж нельзя пойти, на море покупаться. И вот я о чем подумала. Быть на самоизоляции даже в большом городе, в маленькой квартире, конечно, это очень фигово, там намного хуже, чем в доме там, да, жить. Но мне кажется, что еще страшнее, это когда ты знаешь, что у тебя под носом море, а пойти ты туда не можешь. Хотя, если честно, я запланировала на следующей неделе, мне обязательно нужно найти время на это, и я, скорее всего, поеду в город, пофотографирую отели, улицы, море, ну прям купаться нельзя, но приближаться к морю можно. И я считаю, что это лучшее просто время. Нет ни людей, ни туристов. Можно сделать очень-очень классные фотки. А, все, укладываем детей спать, и можно наконец-то расслабиться. Сегодня у меня ванна будет с солью. Тут, правда, уже есть несколько капель масла. Ну, в соли. Эта соль не очищенная, поэтому имеет не очень красивый цвет. Но это нормально. А также у меня будет масочка, если вы думаете, что это из глины. Нет, это из зеленого чая, матча, да, который называется. Пить я его не смогла, но для лица очень подходит. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.